Александр Галков был допрошен в рамках расследования по делу Александра Толстоухова. Напомню, экс-кандидата в депутаты городского совета и прямого конкурента нынешнего мэра Ланде нашли мертвым в своей квартире накануне дня выборов. Градоначальник был допрошен в качестве свидетеля, что подтверждают органы следствия. Еще 31 октября прошлого года Галков был допрошен в качестве свидетеля по этому уголовному делу. Однако его показания, наряду с показаниями других свидетелей, пока следствием не разглашаются. В настоящее время по уголовному делу проводится посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, от результатов которой будет и зависеть дальнейшее направление расследования и возможные его результаты. Однако то, что господин Галков все-таки давал показания, пресс-служба мэрии усердно отрицает. Допроса, как в том виде, который озвучивается, его нет, не было. Никаких допросов. А разговор хотя бы был? Насчет разговора я не могу говорить. Почему пресс-служба мэрии отрицает факт допроса градоначальника, непонятно. Видимо, есть что скрывать. Либо новые руководители пресс-службы отчаянно борются за имидж мэра.